до стрельбы. Была ли дедовщина в 4-й дивизии? Нет. Никакой дедовщины не было. Я избавлюсь от всех этих правил, как только стану здесь самым старшим. Так что наберись терпения до тех пор. Ничего страшного, если ты будешь говорить то же самое, что и другие. Я в порядке, Танам. Издевательства были. Что за стрельбу? За стрельбу вас нужно наказать. Но и вас всех тоже за то, что довели его до этого. Вы тоже должны быть наказаны. Мама, командир дивизии Нохвайон. Ты заставила меня солгать в суде, чтобы сохранить свое звание. Свидетель, сядьте на место. Такую армию ты хочешь создать?